Всем самое доброе утро, мои хорошие! Самое морозное утро озера. Смотрите, мы приехали на озеро опять. Можно ходить уже запросто. Я в шапке, я сейчас еще и капюшон натяну. Ужас, какой дубарь! Холодно, на секунду, я одену капюшон. Так холодно, кошмар! Я бы еще что-то сверху, тулуп накинула бы еще какое-то. А мальчику вообще все пофиг. Обратите внимание. Сейчас я поверну. Видео, наверное, будет коротенькое, ребята. Заставила в машине перчатки. Не забыла. Просто он как вылетел, и все. И тут уже только догоняй. Думаю, блин, уже пойду без перчаток. И пока руки не замерзнут, будем снимать. Но уже чувствую, что уже все. Очень холодно. Очень. Смотрите, замело все. Выглядит просто как поле. И много вижу этих тропиночек, люди ходят. Можно было бы пройти на тот остров. Вот этот вот остров, который перед нами. Я постоянно о нем говорю в видео, когда мы приезжаем на озеро. А тут ушел вообще, ребят. Бонни! Алло! Да, ноль на масло. И каждый раз я говорю о том, что хотелось бы увидеть, что там на этом острове. Ну вот сейчас, допустим, выберусь я на лед, туда пойду. Ой, лыжники, смотрите. Пока они доедут, я замерзну. Видно вам их? Я не знаю, вам видно, нет? Три человека. Ну дойду я туда. И что дальше? Во-первых, забраться на те камни надо, на те горы. Скачу, все, упаду. Ой, как, пока встану, все размерзнет. Пора лодку вызывать будет. С моим еврейским счастьем. Боже, как холодно. Как же ж холодно, блин. А дети уточки все, вот мне интересно. Лебеди, утки. Где-то же они зимуют, да? Запросто можно выходить на лед. Но я такая стала трусиха. Как постарела, такая стала трусиха. Раньше меня бы упрашивать не надо было. Вон эти лыжники. Как же их поймать-то? А, вам видно, видно, видно. И с той стороны тоже очень много. Но видите, здесь вот не расчищают снег. Это на том, ну, это же озеро, но в другом районе. Я вам показывала, как ездит снегоуборочная машина по льду и чистит лед до, ну, вообще до стекла. А тут не, видите, тут... Что, пришел? Замерз? Как тебе не холодно? Ноги без всяких ботиночек, без всего. Как тебе не холодно? Бонечка. Как тебе не холодно? Идем машину. Не-не-не-не-не, в ту сторону, быстро. У меня сегодня... А ну стой. Вышли из подъезда, как рвану. Я говорю, а ну стой, он обычно стоит. Не, пошел туда. Он обычно стоит, а тут он прям убегает, так оборачивается. Убегает, слышь. Ты я как догнала. Да за шкирку его как взяла. А ему по барабану. Он знает, что его любят. Ну что, ну что я ему сделаю? Я же его не буду бить. Думает. Давай, давай, мне голос твой приятен. Ой, какая красота. Очень много ездят на лыжах. Да тут вообще райское наслаждение для зимних видов спорта. Что хочешь. Вертолеты очень часто летают. Очень часто. Видно вам его? Вам его слышно, но не видно. А что он в кадр не попадает? Вроде навожу на него. За дуб? Дурак. Идем, идем. Я удивляюсь вообще, как он не мерзнет. Не-не-не, фу-фу-фу. Я удивляюсь. И зимой, и летом этими ногами голыми ходит. Закаленный.
Да он реально закаленный, но что, он же не те собачки, которые дома на пеленочку ходят. Он себе знает, что ему надо. Так, одна рука, все. Одна рука, все. Одна руки Джо. Сегодня мне даже не пришлось от снега чистить машину. Все чистенькие машины стоят. Уже не было этого снегопада. А это уголки отдыха. А для вот этих вот престарелых. Там наверху цветов миллион всегда. Такие шезлонги стоят. Красиво летом. Сюда иди, смотришь. Вот это мне нравится. Домик стоит прям на озере. Вообще супер. Перед домиком там их немножко сейчас на территории и пляж. То есть они не имеют права запретить там кому-то. Но тоже, да, перед окнами куча людей. Пошли, холодно. Боня, холодно. Я в шоке. Идем. Банюшенька, давай. Быстро пошли, может, он двигаться уже не может. Давай, давай, давай. Мои хорошие, всем классного дня. Отличного настроения. С любовью вам.